В первом квартале 2014 года зарегистрирована положительная динамика по большинству макроэкономических показателей. Темпы роста и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии с правительством республики. Индекс промышленного производства составил 104%, в то время как по России 101%. Объем отгруженной продукции в Чувашии 107,3% к соответствующему периоду прошлого года. Однако эти цифры могли быть и выше, если бы не сложная ситуация в некоторых отраслях. Существует некоторая тяжелая ситуация в отрасли легкой промышленности. И здесь министерством проводится политика, направленная как на внутреннее стимулирование спроса. И уже сегодня проведены ряд презентационных мероприятий. Это в том числе и по презентации новой школьной формы по территории республики со всеми директорами школ, образовательными учреждениями. Кроме того, в целях оказания дополнительной поддержки министерство ведется адресная работа с промышленным предприятием по оказанию государственной поддержки за счет средств федерального бюджета. Не вышло на прошлогодние показатели сельское хозяйство – около 99%. Глава Чувашии подчеркнул, основной задачей является своевременное проведение весенних полевых работ и увеличение посевных площадей с учетом ввода в оборот неиспользованных земель. В этом сезоне общая засеянная площадь должна быть не менее 570 тысяч гектаров. В целом же, как отметил Владимир Аврелькин, социально-экономическая ситуация позволяет и в будущем ожидать положительные темпы роста по большинству макроэкономических показателей. На совещании были представлены итоги экономического соревнования между организациями, обрабатывающих производств, за 2013 год. Соревнование проводилось по 5 группам в зависимости от численности работников. Среди победителей – АКОНТ, ЭКРА, АЛЛАТРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ МАРГАУШСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОДЫ, МУРПАСАДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ. Хорошие результаты и у строительной отрасли. За первый квартал введено в эксплуатацию почти 57 тысяч квадратных метров жилья, или 104% к аналогичному периоду прошлого года. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.